Привет, Пермь и Сочи, где проходит национальный чемпионат и первенство России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В этом году у нас чемпионат первенства России проходит в Сочи. Ежегодно проходил в Москве в Паралимпийском комитете. В этом году собралось рекордное количество участников. Надежды в категории юниорки до 50 кг было 8 человек. На правой и левой руке Надежда боролась на золото. Покажи. Поэтому у нас золотой дубль. Всем спасибо. Удачи. Мы привезем вам тепло. Пока.